Знакомые дети читают стихи. Попадали в дар, город Тольятти, 11 лет. Автор Анна Гурская. Название об обеде. Весна 45-го года. Как радостен был этот миг. И ради спасения России солдат головой не поник. Солдат не давал расслабляться. В боях ни другим, ни себе. Порой лишь песни спасался. Прыгнувшись в окопе земле. Затем, чтобы ты не сломался, затем, чтобы счастливо жил, с фашистами бой наш дрался, за добрую песню дружил. Да, русский наш дух не сломаешь, его не возьмешь за штыком. Не так-то он прост, ведь ты знаешь, хоть трудно бывает порой. Теряя товарища друга, в атаку он шел до конца, чтоб мир успокоенным услышал, какая вокруг тишина. Услышал из уст его громких о том, что окончился бой, о том, что победа за нами, и путь его начался домой.